Всем привет! Сегодняшний обзор про мою находку. Это Nourishing Eye Gel, питательный гель для области вокруг глаз от компании BVC, Beauty Without Cruelty. Это веганская продукция, произведена в США, не тестируется на животных. Она, в отличие от обычных кремов для глаз и различных сывороток, не содержит масла. Она очень легкой консистенции. Здесь два положение можно крутить, открытое и закрытое, и когда наносишь, она немножко охлаждает область вокруг глаз, то есть нету такого, что она охлаждает, прям как будто бы там содержится масло печеной мяты, нет, она просто из-за того, что гелевая такая структура, и действительно она ее именно питает, хорошо питает и увлажняет, защищает от сухости. Кроме того, они рекомендуют использовать его для области, для локтей, то есть тоже для питания. Полностью содержит полностью все растительные ингредиенты, 15% из которых органические, то есть органически выращенные растения. Вот, упаковка, она стеклянная, очень классная, мне понравилось, я уже попробовала, сейчас покажу. Вот, гель вот такой вот структуры. Ничем не пахнет абсолютно, это круто. Достаточно использовать прям маленькую-маленькую, вот прям один памп и все, и этого хватит. Причем не нажимайте до конца, то есть вот то, что я сейчас нанесла, этого хватит прям на два глаза. Вот, много не нужно. Рекомендуют использовать утром и вечером. Вот такая вот находка, она легче кремовых текстур, и поэтому думаю, что можно будет использовать чаще, чем крема. Мне пока нравится. Я обязательно поделюсь своими впечатлениями после долгого использования, скажу, как отразилось на мне, то есть, ну, вообще, есть ли какой-то вау-эффект. Вот. Если кто-то уже пользовался продукцией этой марки BVC, то обязательно оставляйте отзывы и зарабатывайте на этом. За каждый отзыв мы платим реальные деньги. Ссылка будет в описании, ссылка на этот продукт. Если вам видео понравилось, обязательно оценивайте его, задавайте вопросы, я буду рада ответить на все ваши вопросы, и до новых встреч!